Вот вы говорите, что слезы людские – вода, да, и все катаклизмы проходят для вас без следа, да, Христос, Робеспьер, Че Гевара для вас – лабуда, да, и вам все равно, что кого-то постигла беда, да, и вам наплевать, если где-то горят города, да, и боли Вьетнама не трогали вас никогда, да, а совесть, скажите, тревожит ли вас иногда, да. Но вам удается ее усмирить без труда, да, а если разрушили созданный вами семейный очаг, так, жестоко расправились с членами вашей семьи, и вам самому продырявили пулю в грудь, жуть, неужто бы вы тогда мне ответили да, нет, а вы говорите, что слезы людские вода, нет, все катаклизмы проходят для вас без следа, нет, так, значит, вас что, то тревожит еще иногда, да, да, да. Леонид Алексеевич Филатов. Советский и российский актер театра и кино, режиссер, поэт, писатель, публицист, телеведущий, народный артист Российской Федерации, лауреат государственной премии в области кино и телевидения премии «Триумф».